Look at the photo. Платежки, подъем где-то на 100 метров. Потом только... О! Ползучий. О. Сидит. Смотрит. Вон, ящерка. Потом нам откроется такой водопад. Вот мы пришли в Толминское корыто, так они называют каньоны. Вход 10 евро стоил, выдают буклетик, как идти, что смотреть, всякое такое. Ну, посмотрим, стоит это того или нет. Снизу протекает речка Толминка, а это ее каньон. Да, не обрямлю. Такой мост. С одной стороны русалка, с другой стороны рыбы плывут. Да, он уходит в ту сторону.
Там уже пороги какие-то есть. Все красиво. Ну, посмотрим. А вон форельки стоят. Одна сверху, вторая глубже. Красота. Вот такой каньон. Красота. Ну, мы уже на высоте 1800 метров. Вон там вот внизу наши машины. Их не видно даже отсюда. Нам еще 200 метров вверх, туда. Эта гора 2120, она пока на 2014. Вот такие вот у нас летают прямо под боком курицы, метра по два размах крыльев. Вот они прилетели туда. Вот мы дошли до перевала. Сейчас 1970 метров высота. Мы еще пойдем на Лопатник. Вершина 2012 вроде по карте отмечена. 1045 метров. Вон тут строение какое-то было. Вот. Да. Ну, вообще отвесная скала. Другую сторону. Ну что, начинаем спуск. Пока спуск не легче подъема, единственное, что чуть-чуть меньше энергии надо затрачивать, но куда внимательнее надо ставить ноги, потому что можно улететь вот в такие места. С этой стороны тоже небольшие такие есть провалы. Вот спустились вниз, 1200 метров, а были мы вот на той вершине 2012 метров. Ну, так сказать, тропа снизу маркирована хорошо, сверху вообще непонятно, куда идти. Ну, путем импровизации прошли не на перевал 1920, а на 2012 забрались, это было легче. И, в принципе, погода... Вышли поздновато, 9 часов, надо было 8 или в 7 выходить. Но дошли, 2,5 литра воды мне еле-еле, можно сказать, не хватило, метров 700 до машины. Так что берите 3 литра воды в такую погоду спокойно. Вот рядом с пожарной частью стоит первый, один из первых насосов, как он выглядел. И что интересно... Тут есть очень одна полезная штука, которой у нас иногда на улице не хватает, но нас обучать ему надо. Дефибриллятор. Иногда очень полезно. И это довольно полезная штука в том, что он еще сам все измеряет и показывает, можно или нет давать импульс. Посетили самый высокий перевал. Теперь нам туда вниз, в сторону Адриатики.